Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас, значит, тема, как изготовить бесплатное отопление освещения из галогена на 100 ватт. Вот, значит, короб, внутри галоген, видите, яркий какой, на 100 ватт. Температура нагрева 400 градусов Цельсия отсюда выходит. И еще, видите, в хате светло. И все это бесплатно. Почему? Применили лата 120 вольт. Что получаем? Ток латера менее, чем ток, который вырабатывает галоген через теплообмен. То есть трубка галогена вырабатывает ток и тепло. Вернее, тепло и освещение, и электрический ток, электровещество. И на этом токе работает. Ток, который пропускает латер, как видите, всего около 45 ватт. 45 ватт. А ток, который вырабатывает сама галогеновая трубка, 70 ватт, электровещество 70 ватт. То есть с латера она берет только плюс и минус, а работает на своем токе. Это показывают приборы. Там 45, здесь 70. Поэтому у нас получается самозапитная вот отопление и освещение. Сейчас я даже верхний свет выключу. Вот, пожалуйста, выключили. Все равно, видите, в хате ярко. Закроем. Закрыли, видите, шторы закрыли. В хате ярко и тепло. 400 градусов и еще тепло. А сейчас я покажу схему этого замечательного изделия. Итак, схема изделия. Галоген 100 ватт, нагрев 300 и выше, до 400 градусов, латер 120 вольт. Латер, как вы видели, пропускает 45, здесь 42, но было напряжение другое. 45 через него проходит, а ток галогена самого 67-70 сегодня. 70, то есть ток с источника питания не проходит. Латер разделяет токи, не пускает этот ток, потому что у нас ток выше, поэтому, а латер может дать только 45, а у нас ток 70. Поэтому мы работаем на своем токе. Получается, нагрев 300 градусов и выше, до 400, и плюс бесплатное освещение. То есть по этой схеме вы сможете сделать в хату зимой бесплатное отопление и бесплатное освещение, применяя латер и галоген на 100 ватт. Благодарю вас за внимание. Всем удачи и стального вам железного богатырского здоровья.